Для того, чтобы поменять пружины, нам необходимо сначала отстегнуть вот этот пластиковый кожух. Отстегивается он при помощи вот такой китайской отверточки. Заклепочку поддеваем и снимается. Выглядит она вот таким образом. Аккуратненько со всех сторон она выскакивает. Так, после этого откручиваем головкой на 10 болтик и защита эта опускается. После этого шестигранником на 12 надо обязательно поискать, потому что это в обычных наборах таких больших шестигранников нету. После того, как мы открутили амортизаторы, поднимаем зад автомобиля двумя домкратами. Вот так. Так как амортизаторы, задняя балка вместе с колесами остается на земле, а все остальное поднимается вверх, тем самым расслабляет пружину. И вот наша пружина теперь в расслабленном состоянии, и мы ее просто достаем. Сейчас достану, покажу, как она выглядит. При установке не забывайте ставить отбойник. Он защелкивается вверх. Так, вот пружина старая. Пружина и, видите, фиксатор этот. Так называемый отбойник. Все, теперь ставим новую. Вот обратите внимание, хозяин вовремя решил поменять пружину. Во-первых, видно, что здесь обломан кусочек уже. То есть, наверное, одного витка нету. И был на подходе еще один виток. Видите, какая выработка погрызена коррозией. Вот так. Все, ставим новое и собираем все в обратной последовательности. Ставил правую пружину и забыл сказать. Вот этот выступ, вот этот, должен смотреть в зад автомобиля. То есть это зад автомобиля, это перед. Вот так. Обнаружил, что вот на правой пружине. Вот. Два кусочка отломалось. А на левой... Вот так. Когда будете пружину устанавливать, не забывайте там чистить внутри, потому что очень много мусора, грязи. Лучше почистите и устанавливайте все в обратной последовательности. Когда пружину поставите обратно, и перед тем, как зажимать амортизаторы, качните один раз машину. Вот так. Посмотрите, как работают пружины, как... стоят ли они на своем месте, и после этого уже ставьте амортизаторы и зажимайте до упора. Так, ну, вроде все. На этом работа закончена. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока.